смотри, как лошадь. Слышь, Дашевский, я тебя прошу, давай нормально поговорим. Нормально? Ты себя слышишь? Что значит Дашевский? Что значит слышь? Со своими алкашами в морге так будешь разговаривать. Они не алкаши, да тебя какая муха укусила? СЦ, руки убери. Что ты творишь? Давай-ка ты остынь. Да не вопрос. Пойду проветрюсь. Без некоторых. Анекдот про китайца знаешь? Нет. Приехал китаец в Москву и говорит: отличный у вас город, только народу мало. Иди. Где? Мы штуку тут проходили, когда они успевают? Бухать им негде, что ли? Такие волшебные с утра пораньше. Доброе утро, Настя. Привет. Вот нас. Молодой человек решил завтраком угостить. Здорово. Здорово. Я сейчас. И вообще, почему у вас, то есть у нас посторонние люди в доме с утра? Анастасия, а кто тебя учил грубить гостям? Незваным гостям. Они, знаешь, хуже татарина. А вот это уже как-то там у вас разжигание. Спасибо. Межнациональной розни. У нас это действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды по национальному признаку. Статья 282. Возбуждение, наверное, лучше разжигание. А что здесь такого? Лешенька пришел познакомиться со мной и с папой, а ты можешь продолжать спать в свой законный выходной. Спасибо. А он для тебя уже Лешенька, да? Да. Быстрого. А у нас с Настей сложилась замечательная традиция совместных завтраков. В смысле? Пожалуйста. Я, наверное, не очень удачно выразился. Но... Да, Алексей, наверное, просто имел в виду, что у него же своя пекарня. Вот. И он меня периодически утром балует плюшками. Ну, мы так и поняли. Я все еще не теряю надежду пригласить как-нибудь ее на обед. Может быть, даже на ужин. Ну и правильно. Настя, она ест. Да? Да, и днем, и вечером. Скажи еще ночью. Я хочу вас всех пригласить к себе сегодня на дачу. Подышим свежим воздухом, поедим шашлыки, пообщаемся. Нет. Отличная идея. Мам. А что скажет отец семейства? Я не готов. А можно мне такую штуку? Спасибо. Знаете, вот это потрясающе. Дадите рецепт? Да, конечно. Может быть, тогда просто погуляем по городу?
На речной трамвайчике, например. Настя так замечательно рассказывает о Москве. Вы знаете, из Насти вышел бы замечательный историк. Если бы не это ее... По поводу речного трамвайчика. Неплохая идея. Что ты думаешь? Может быть. Да, Андрей Николаевич, добрый день. День просто чудесный. Так и хочется поработать. Ты как насчет этого? А что случилось? В Останкинском парке нашли девушку без сознания. Так, а мы здесь при чем? Это же последственность МВД. Ну, во-первых, это объект федерального значения. А во-вторых, это, возможно, покушение на убийство. Причем ритуальное убийство. Только маньяка нам и не хватало. Так, а почему ритуальное? Какие признаки? Так вот, съезди и выясни. Как поняли, товарищ капитан. Все поняла, Андрей Николаевич, выезжаю. Прости. Понимаю, работа. Едем? В Останкино. В парк, да? Заодно и погуляем. Дождь вроде скоро должен закончиться. Что это, мой персональный гид замолчал? Мы почти до Сухаревской доехали. Ну а что про нее рассказывать? Про нее и так все знают. Раньше там была Сухарева башня. А, в которой сушили знаменитые сухари? Вот сразу чувствуется душа пекаря. Нет, эту башню назвали в честь стрелецкого полка Лаврентия Сухарева, который поддержал Петра I в его противостоянии с царевной Софьей. Да, а вообще эта башня была знаменита тем, что в ней свой опыт проводил Яков Брюс. И народная молва считала его магом и чернокнижником. Действительно был магом? Этого тебе лучше не знать. Вот, а напротив это... Это Склиф. Да. Даже я знаю. Бывал? Бог миловал. Тут и раньше была больница? Ну, вообще, история не имени Склифосовского начинается с каменной госпитали, которую возвел граф Шереметьев в честь своей умершей жены и бывшей крепостной актрисы Жемчуговой. Граф женился на крепостной? Угу. Но он сперва ей вольную дал, а потом уже женился. Так и не пожила на свободе. Спасибо. Спасибо. И прости, что сорвала твои планы на день. У меня был план провести этот день с тобой. Он еще не сорван. В смысле? Я же не смогу тебя с собой взять. Да, это я знаю. Но я не собираюсь с тобой идти на место преступления. Тут подожду. Это может занять сколько угодно времени. Если во всей Москве есть только один специалист, которого можно дернуть в выходной день на место преступления, то этот специалист заслуживает персонального водителя. Понятно. Но ты понимаешь, что здесь дорого стоять? Ничего. Накоплю. Если что, кредит возьму. Алексей, я начинаю сомневаться в ваших предпринимательских способностях. Выпечка бесплатная, теперь вот... Что делать? Ладно, сиди, жди. Я постараюсь побыстрее. Есть. Добрый день. Следственный комитет. Это служебный транспорт, и за него плата не взимается. Я такие вопросы не решаю. Да, такие вопросы регулирует законодательство. А обратитесь к начальству. У меня сейчас нет времени его искать. А что его искать? Вот он идет. Спасибо. Добрый день, следователь Вяземская. Здравствуйте. Какие-то проблемы? А, это служебный транспорт, и за него плату взимать не нужно. Да, конечно, без проблем. Хорошо, спасибо. А вы, наверное, из-за той девушки, которую сегодня нашли в парке? Да, вы откуда знаете? Ну, я работаю здесь, ребята из охраны рассказали. А, ясно. А раз вы здесь все знаете, не подскажете, как быстрее до пруда дойти? Да, конечно. Прямо выходите на Дворцовую аллею, идете прямо и уходите к пруду. Да, слушаю. Алло? Вас не слышно, говорите. Это я звонила. Капитан Харитонова, уголовный розыск. Буду обеспечивать ваше оперативное сопровождение.
Настя, то есть Анастасия Вяземская. Идем. Удивлена, что опербаба? Да, если честно, такое впервые. Ну, у меня девочки-следачки каждый день. 5 лет юрфака, год стажировки и насыщенный профессиональный опыт налицо. Ведете в курс дела? Да, пострадавшая, 18-20 лет. Охрана нашла на территории, думала труп. Вызвали скорую, оказалась жива, увезли в больницу. Личность устанавливается. На месте преступления, знаки, цифры, ну, в общем, всякое барахло. Так, а подробнее? Подробнее увидишь на месте. К тебе как обращаться? По имени, фамилии? Как удобно. Ну, фамилия у тебя длинная, буду по имени. А вас как зовут? Людмила. Угу. Можно Люся, Мила, Люда. Гоша. Нет, Гоша нельзя. Пока доехали, здесь уже стадо бизонов прибежало. Так что следы искать бесполезно. Я сказала отойдите, людей пожалуйста. Убрать отсюда. Отойдите. Снимать запрещено. Ну вот. Не толпитесь, разойдитесь все. Угу. Так, а сотрудники, которые обнаружили тело, где? Отойдите за ограждение. Ну, давай. Исаев, давай. Мурмов, подъем. А? Здравствуйте. Докладывайте, следователь. Да ну сколько можно? Ну мы суток, ну спать охота. Сколько нужно? Простите, но придется еще немного потерпеть. Делали обход территории. Увидели, лежит вроде кто-то. Думали, пьяный. Подошли, а тут вот это все и... Девушка. Сатанисты, точно вам говорю. Эксперт. Это что, по-вашему, кремлевская звезда? Ну вообще, символ пентаграммы начали ассоциировать с сатанизмом не так давно. А так это древнейшая символика, которую различные культурные и оккультные течения трактуют совершенно по-разному. Она используется как в кабале, так и у масонов. Была даже изображена на картине Андрея Рублева «Преображение Господне». Интересно, этому сейчас он ее факи учит? Нет, я перевела туда с исторического. А почему у нас следователя, а не на адвоката юриста? Это личное. Кого-то еще видели? Нет. Девушка лежала как-то странно, не очень по-человечески. Изобразить сможете? В смысле? В прямом смысле. Спать хотел, ложись. Поспи. Ну, что сразу я-то? Давай. Ну, как-то вот так. Еще на ноге веревка была. Мы ее не снимали. Ее так с веревкой и увезли. Угу. Классная работа. Ну и какие версии? Ну, некий символизм здесь явно прослеживается. Тонко, а мне кажется, девица напилась таблеток и решила красиво уйти из жизни. Все может быть. Особенно учитывая тот факт, что раньше здесь было кладбище самоубийц. Угу. И неупокоенные души до сих пор здесь бродят. Ну, вроде того. Слышали легенду про призрак старухи? Нет. Легенда гласит, что перед каждой большой бедой она появляется в этом парке. И говорят, что ее видели даже перед пожаром в Останкинской башне. Я в больницу, а вы разузнаете пока, когда и с кем приходила сюда эта девушка. Сложно, территория не огорожена, ее патрулируют не так активно. Охранники ВДНХ как своего. Ну, вы же постарайтесь. Что-то узнаете, сообщите. На связи. Спасибо. Вставать-то можно? Вставайте, свободно. Здравствуйте. О, здравствуйте. Капитан Харитонова, уголовный розыск. Начальник службы безопасности парка ВДНХ, парка Останкино. Петр Семенович, для вас просто Петя. Очень приятно, Петр Семенович. Меня предупредили, что вы приедете, так что кофе, чай, а может быть что-нибудь покрепче? А у вас и покрепче есть. У нас имеется все. Вы мне свой паспорт дайте, Петр Семенович. Зачем? И побыстрее желательно. Цветков Петр Семенович, какие у нас результаты? Место, где нашли тело, там камер нет. Нигде не засветилось. Что, под землей проползла? Вообще ничего нет.
количество камер в Останкинском парке гораздо меньше, чем в парке ВДНХ в разы. У вас проблемы? Вы же отвечаете за безопасность всей территории и парка, и выставки. Что делать будешь, Петя? Ой, не надо на меня так смотреть. Вы так на жену свою будете смотреть. А ты в совпадение веришь? Конечно. А иначе, как бы я тебя встретил? А что? Ну, просто только сегодня тебе рассказывала про графа Шереметьева. А девушку нашли как раз рядом с его усадьбой и крепостным театром, где Жемчугова служила. Это же удивительно. Ну да. Москва, как выясняется, не такой большой город. Откуда это? Кто-то в соцсетях уже разместил. Ну, судя по фото, оно было сделано ночью со вспышкой. Аккаунт левый. Личность не установишь, но я отследил IP-адрес, откуда был выход в интернет. Это наша сеть Wi-Fi, которая работает на территории. То есть он сделал фотографию ночью и разместил в интернете при помощи вашего Wi-Fi, так? Да, и еще, я зафиксировал имей мобильного устройства. Это уникальный индивидуальный номер телефонов и планшетов. Я в курсе. Данные мне распечатайте. Mm. Объем через мобильных операторов, возможно, установим хозяина. Mm-hmm. Хорошая новость и хорошая работа. У девушки передозировка барбитуратами, приведшая к коме на фоне угнетения дыхания. Возможно, у нее были какие-то хронические заболевания, может быть, это была астма. Но из-за отсутствия истории болезни утверждать наверняка невозможно. Личность не установили? К сожалению, пока нет. А когда я смогу переговорить с потерпевшей? Из-за угнетения дыхания у нее нарушены функции мозга. Mm. И восстановится ли она, и когда, сказать невозможно. Ясно. Два вопроса. Когда был введен препарат, и есть ли вероятность того, что какое-то время она могла передвигаться сама? Передвигаться невозможно. Mm-hmm. А что касается времени, сложно сказать точно, но когда она к нам поступила, она была под препаратами от 4 до 10 часов. Mm-hmm. Лучше закажите своим специалистам экспертизу. У нас остались образцы крови. Mm-hmm. Ясно, спасибо. Могу я смотреть ее вещи? Да, конечно. Сестра-хозяйка сейчас... Извините. Ничего. Сестра-хозяйка сейчас принесет. Угу. Спасибо. До свидания. Так точно, понял. Заполните, пожалуйста, заявление. Угу. Дядь, иди там заполни, пожалуйста. Там, да? Да, вот да, за столом, да, да, пожалуйста. Там. Здрасте. Хочу заявление подать о пропаже человека. Какого человека? Девушка моя, Асташевская Дарья Викторовна. То есть ты ни брат, ни сват, и вообще не родственник? Какая разница? У нее мама в Серпухове живет. Она сама из общежития здесь. Пропала в районе Останкинского парка. Заблудилась, что ли? Да я не знаю. Мы гуляли. Потом мы поругались. Она ушла и пропала. Фотографии есть? Я телефон потерял. Но я могу на свою страничку зайти показать. Можно телефон? Так, а обуви не было? Нет, босиком привезли. Ясно. И еще веревка на ноге была. Веревка? На ноге? Зачем? Это мне самое интересно. Если была, скорее всего, скоро сняли. Ясно, спасибо. Вещи я изымаю. Угу. Да, Людмила, слушаю. Вот как. Ясно, я выезжаю. Скоро буду. Алексей Вячеславович, вы работаете или учитесь? Учусь. Первый медицинский, третий курс. Оккультизмом случайно не увлекаетесь? Чего? Магия, гадания, мистические практики. Ну а это тут при чем? На вопросы отвечайте. Нет, не увлекаюсь. Угу.
А может быть, Дарья Викторовна увлекается? Что за идиотский вопрос? Сидеть! Что с Дашей? Где она? И за что вы меня задержали? Отравление, она в больнице. Жива, но не в сознании. Какое еще отравление? Здесь вопросы следователь задает. Итак, значит, вы утверждаете, что искали свою подругу Дарью в Останкинском парке до самой ночи, верно? Даш! Лен, Даша не приходила? Да я уже везде посмотрел! Алло! Ты что буянишь, пьяный что ли? Да идите. Ясное дело, нажрался. Руки убрал! Руки убрал, рассказал! Да, подожди его на выход! Давай ментам его сдать. Да сдадим, пусть и будет дергаться. Вы действительно были пьяны? Нет, мы расслабились немного, но, может быть, пахло от меня. Значит, вы искали ее до тех пор, пока вас не вывели, и сразу же потеряли телефон, так? Да, и после этого я его и не видел. Ясно. Спасибо. Ленчик, с задержанным посиди. Вряд ли это самоубийство. После укола она не смогла бы двигаться. Давай забыли о самоубийстве, тем более у нас появился такой выразительный подозреваемый. Студент-медик, уколы делать умеет, препаратам доступ есть, а вот алиби нет. Говорит, телефон потерял. Я тебе 100% даю, что это он вчера фотографию сделал. Ну, 100% будет только после того, как сотовая компания подтвердит нам экспертизу. И потом, какой у него мотив? Ревность, месть. А маски, все эти знаки, зачем? Ведь если он убил ее после ссоры, значит, это было спонтанное убийство. И когда бы он готовил весь этот цирк? А ты не думаешь, что он мог нас обмануть по поводу вчерашней ссоры и готовил это убийство давно? А этот спектакль с ритуалами только для того, чтобы увести нас каким-нибудь сатанистом и сокрыть следы. Ты мне уж извини, я навела по поводу тебя справки. Тебе нравятся подобные дела с загадками, с мистикой. В жизни все намного проще, и в нашем процессе точно так же. Опыт мой подсказывает. А опыт, как известно, что это? Критерий истины. Критерий истины – это практика, а не опыт. А разница? А разница в том, что на 100 проведенных опытов может оказаться 99 абсолютно идентичных результатов, а один может отличаться. И только практическое изучение отдельного вопроса может либо выявить ошибки, либо дать нам новые знания. Карл Маркс. Профессор, мне кажется, у нас достаточно улик для того, чтобы задержать этого Лешу. Это не философия, а уголовно-процессуальный кодекс. Ко мне сейчас мать Даши придет. И тогда в общежитие к ее подружкам. Да, да, на связи. Не надоело за мной кататься? А тебе не надоело болтать? Пончики. Спасибо. Что такое кислое? В первый же день задержания подозреваемого. Это же успех. Есть о чем докладывать наверх. Не надо, пожалуйста, докладывать. На что такое? Андрей Николаевич, давайте мы подождем, пока я не найду достаточно доказательств, ладно? Что, есть сомнения? Какие-то объективные причины? Объективных пока нет. Иначе не пришлось бы парня задерживать. А так пришлось. Послушай, Настя, чувства в нашем деле – это непозволительная роскошь. Из-за них можно совершить ошибки. Можешь тогда в таком случае твое дело передать, ну, не знаю, другому следователю? Нет, нет, не нужно, сядь, я сама... Сядь. На вот, почитай. Мне тут ответы на мой запрос пришли. Как только я сказал, что это по делу на ВДНХ, сразу все зашевелились. Ты прочти, пожалуйста, и русским языком ответь. Что там имеется в виду, а то я в этих электронных штуках не совсем разбираюсь. Ну, здесь сказано, что телефон, с которого было выложено фото, не зарегистрирован ни в одной из сотовых сетей. Ну, а как же он тогда фотографию в интернет заслал?
Ну, видимо, через Wi-Fi. Для этого симка не нужна. Так что мимо. А вот это уже интересно. А что там? Здесь данные геолокации подозреваемого Алексея Кручинина. Здесь сказано, что с полуночи до 4 он находился на территории ВДНХ. Это же не тот телефон, с которого он фотографию отправил? Нет. Но телефона могло быть 2. Да и симку можно было вытащить, а потом засунуть обратно. Хотя сам он утверждает, что телефон был утерян, когда его тащили охранники. Охранники-то что говорят? Подтверждают. Но телефон они видели, и все это происходило ночью, а тело нашли ближе к утру. То есть, получается, в любом случае, твой подозреваемый был ночью на ВДНХ, так? Так. Ну, теперь-то разрешите мне доложить наверх о раскрытии, товарищ капитан? Не надо, пожалуйста. Почему? Я не знаю. Я просто чувствую, что что-то здесь не так. Значит так, Настя. Даю тебе ровно сутки. Либо к этому времени ты мне представишь конкретные улики вместо своих чувств, либо я меняю следователя по этому делу. Вопросы есть? Вопросов нет. Можешь идти. Разрешите. Да? Спасибо. Даша мне про этого Лешу даже не рассказывала никогда. А про других друзей подруг? Нет. Мы с Дашей не очень ладили последнее время. Я не хотела, чтобы она ехала в Москву. У нее еще это астма с детства. Как знала. Можно я в больницу уже поеду, а? Да-да, конечно, можно. Я вам кое-что хочу отдать. Это украшения, которые были на Даше. Вот, серьги. И ожерелье. Одежду мы должны у себя оставить для экспертизы. Ожерелье не ее. Вы уверены? Дашка вообще жемчуг ненавидит. Да нормальный он парень. Веселый. Дашку любит. А она его? Девочки, речь идет о жизни человека. Говорите все как есть. Дашка его бросать собиралась. Она и не любила его никогда. Просто повелась сначала, что он москвич, а потом разобралась. А в чем? Ну как, он живет с родителями, с братьями, учится. Пока работа найдет. Вообще-то он санитаром подрабатывает. Так, а она говорила ему о том, что собирается с ним расстаться? Ну, если бы ему говорила, мы бы знали. Может, она ему сказала, а она мне успела. Да, все может быть. Секунду. Слушаю. Как это? А фотографии мне на телефон можете прислать? Спасибо, жду. Так, а еще с кем-то она встречалась? Нет. Она говорила, что пока с Лешей не разбежится, ни с кем другим гулять не будет. А вот это у нее вы не видели? Нет, Дашка жемчуг не носит. Может быть, Леша не знал об этом и подарил его ей? Точно нет, он знал. И все говорил, что он бриллианты накопит. Накопит, конечно. Ладно, спасибо. Ты тут надолго? Да. Я за тебя переживаю. Целый день не ела, вид очень усталый. Да это не усталость, это... Хочешь, не жди, езжай. Я подожду. Спасибо. Я думаю, недолго. Спасибо. Добрый день. Следователь Вяземская. Мне нужно переговорить с задержанным Кручининым. Да мы вас уже запомнили, Анастасия Сергеевна. Задержанного в кабинет к Люсе доставить? Нет, мне нужно поговорить с ним наедине. Проводите меня к нему в камеру? Я не могу вас оставить с ним в камере. Начальство поручило мне раскрыть это дело, и я сама решу, где мне проводить допрос. У вас свое начальство, Анастасия Сергеевна, у меня свое. Плюс инструкции. Я могу открыть вам кормушку, если уж так настаиваете. Но одну в камеру не пущу. Ясно. Спасибо. Подождите.
Миш, спустись к дежурке, пожалуйста, следователя проводи в камеру к Ручинину. Общайтесь, Анастасия Сергеевна. Алексей? Кто это? Следователь Анастасия Вяземская. А, это вы. Как там Даша? Все еще в коме. Скажите, а вы знали о том, что она собирается с вами расстаться? Догадывался. Давно? А вам-то какое дело, а? Или у нас тут как в кино, все, что я скажу, будет использовано против меня? Алексей, это не допрос. Это не допрос, да? У нас с вами разговор по душам. Вы добрый следователь, да вам лишь бы крайнего найти, а виноват я, не виноват, вам по боку. Алексей, у нас масса улик против вас. Я просто действительно хочу во всем разобраться. Правда? Правда? Я вам не верю. Уходите, пожалуйста. Алексей. Я к вам сказал, уходите к чертовой матери! Уйди отсюда! Ну что, как успехи? Ну, заразила ты меня. Сижу, ребусы разгадываю. Присоединяйся. А вот этот стакан вы заметили? Не поняла, какой стакан? Ну вот. Слушай, точно. Стакан. Мы приехали, его уже не было. Они сочли, что это мусор, и убрали его. Это ведь тоже могло что-то значить для преступника. Как ты думаешь, какую он хотел картинку этими предметами сложить? Не знаю. Я же на историка училась, а не на искусствоведа. Хотя что-то мне все эти знаки явно напоминают. Что-то крутится в голове, только я не понимаю, что. Кручу-верчу. Обмануть хочу. Ты знаешь, мое первое дело было связано с жуликами. Ну, типа наперсточников, только они с картами работали. Точно. Карты. Мне все эти знаки напоминают карты Таро. Вот, смотрите. Эта карта означает повешенного. Или еще жертва в египетской колоде. И вот сравниваем две фотографии. Пожалуйста. Да, хорошо, скажи, что вот, значит, вот эти предметы и символы. Ну, здесь есть цифра 0 и цифра 21. А в старшем аркане как раз 22 карты. Все сходится. Я не понимаю, что такое аркан. Ну, в картах второго два аркана. Старший и младший. И в старшем как раз 22 карты. Так, хорошо. А что означает вот эта восьмерка? Это вот знак бесконечности. Хорошо. А жемчуг? А жемчуг? Я не знаю. Да. Бодро начали, а теперь стало все еще запутанней. Черт. Простите. Да-да, я уже иду. Угу, сейчас буду, прости. В общем, я думаю, что нам нужно пробить все окружение Кручинина. Угу. И пока я не пойму связь мотива его вместе с этими картинками, я не успокоюсь. Это я уже поняла. Ну, твое дело думать, а мое дело ногами работать. Давай, все, на связи, профессор. Доброй ночи. Опер, Люся. Ты как? Устала? Ну, ничего, скоро будешь дома. Настя. Может, расскажешь, что тебя так расстраивает? Или это тоже тайна следствия? Ну, если не вдаваться в подробности... В общем, я парня задержала за покушение на убийство его же собственной девушки. Я просто не понимаю, как можно так поступать.
Жизнь человека, которого ты любишь, это же вообще самое главное. Даже если он тебя не любит. А он? Он любил тебя? Кто? Тот, которого до сих пор любишь ты. Его зовут, то есть его звали Артем. Он тоже был историк. Ну, как тоже. Он был настоящий историк. Аспирантуру заканчивал. И вот я тогда еще студенткой была. И его приобщили консультантом к одному полицейскому расследованию. И они со следователем поехали куда-то далеко за город. Там авария, и, в общем, тело следователя в машине нашли. А Артема ударом в реку отбросил. И, в общем, его тело так и не нашли. Ты решила найти его сама. Поэтому пошла следователя. Глупо, да? Да нет. Мне кажется, это честно. Я вот тоже считаю, что жизнь и счастье любимого человека – это самое главное. Поэтому я буду тебя ждать столько, сколько нужно. Я тебе сейчас не буду признаваться в своих чувствах, просто чтобы ты себя не чувствовала неловко. Так ты же уже сейчас признался. Что я такого сказал? Я вообще всю дорогу молчал. Слушай, да ты устала просто. Да, конечно. И все это просто сон. Привет. А на ночь есть? Вредно. Ты же знаешь, я с колбасой не ем. Чего не спишь? Бессонница. Да? А я думала, ты врешь. Меня ждал. Я на вас беспокоился, думал, что это, как, да? Виноват. По всем пунктам, ваша честь, виноват. У меня есть смягчающие обстоятельства. Да? Да. Ночь на дворе. На дворе ночь, у меня дочь. Вот такое вот, понимаете, стихотворение получается. Вообще-то, рифма – это еще не стихотворение. Да? Угу. Пап, ты не переживай, я с Лешей была. Ну, он меня возил весь день. Весь выходной ему испортила. Ну, я сомневаюсь. Ты знаешь, он, мне кажется, к тебе неравнодушен. И вообще, он такой достойный парень. Пап, ну все, хватит. Молчу. Чаю? Я могу тебе еще чем-нибудь помочь? Я у тебя недавно увидела колоду карт Таро. Так. Вот все стесняла спросить. Ты, ну, гадаешь ли? Что? Не совсем. Вот. Знаешь, я когда-то поспорил и провел такое шуточное исследование колоды карт Таро с применением теории вероятности. Посмотри, сколько, кажется, значительно больше, чем в обычной игральной колоде. Угу. Да? Значит, возрастает вариативность, говоря научным языком. Каждая карта может иметь несколько толкований, различные расклады. Да? Различные темы для гадания, скажем, любовь, бизнес, будущее и так далее, и так далее. И в результате возникает такое количество вариантов, что любой из них можно применить к любому человеку в любых обстоятельствах. Угу. Да, все зависит от искусства гадалки. Сказать человеку то, что он хочет услышать. Ну все. Доброй ночи. До завтра, ребят. Может, такси возьмете? Мало ли отморозков по ночам шляется. Какое такси? Вон 2 минуты до дома. Да вон, девку-то вчера чуть не порешили. Ну я ж не девка.
Тьфу-тьфу-тьфу. Типун тебе на язык. Ну все, давайте. До завтра. Доброй смены. Осторожность не помешает. Кофе принеси. А что сразу я-то? Давай. Так ее убили? Девушка пока в коме. Преступник разложил ее тело точно, как на карте жертва. Но здесь есть и другие знаки, которых на карте нет. Я не понимаю, откуда они и что означают. Ну, что ты привязалась к одной карте? Ты рассмотри все карты старшего аркана. Хорошо. Так, тут есть цифра 0 и цифра 21. Эти цифры есть в ряде карт старшего аркана. Правильно. Вот, например, карта маг. Здесь есть жезл. Допустим, это будет вот эта ветка. Кстати, на большинстве карт именно так жезл и обозначается. Есть кубок. Стаканчик. Есть меч. Это нож. Пентакль, соответственно, пентаграмма. Знак бесконечности, вот он. Ну и трава под ногами. Может, наш преступник думает, что он маг? Давай возьмем это в качестве рабочей версии. Угу. Дальше. Ожерелье. Оно из какой оперы? Кстати, об опере. Вернее, о театре. Тело девушки нашли как раз на границе усадьбы Шереметьево, где раньше был крепостной театр, где служила Прасковья Жемчугова. Жемчугова. Жемчужное ожерелье. Ну не может же быть таких совпадений, пап. Сейчас я сделаю тебе укол, и ты меня забудешь. Нет, нет, я не хочу. Я не хочу тебя забывать. Анастасия Вяземская, слушай. Профессор, у нас ЧП. Новое тело нашли. Чего молчишь-то? Давай шуруй сюда, быстренько. Thank you.
ожерелье? Я просто сравниваю с предыдущим случаем. В прошлый раз трупа не было. Зато личность устанавливать не придется. Документы имеются. Спасибо. Хурин Сергей Сергеевич обнаружил труп. Здравствуйте. Здравствуйте. Что делали так поздно на территории парка? Я начальник здешней автостоянки, шел домой. Я живу на Ботанической улице, ну и привык ходить домой пешком. Работаете допоздна? Допоздна. Правда, зацепились с охранниками языками. Ну, проболтали там. Я когда-то работал в службе охраны ВДНХ, и, знаете, очень много видел, но чтоб такое, это... Нужно будет снять отпечатки пальцев? Отпечатки сняли, показания уже взяли. Хорошо. Спасибо, вы свободны. Мы с вами свяжемся. Ну, конечно, разумеется. До свидания. Всего доброго. Санитары приехали. Ну что, будем увозить? Я думаю, сперва нужно взять анализы крови на барбитурат. А что тут брать? И так все понятно, черепно-мозговая. Ром, делай молча свое дело, слушай свидетеля. Опять карту Таро? Да, похоже на карту Мак. Здесь есть знаки четырех мастей младшего аркана, жезл, пояс в виде змеи, книга, плащ. Вот только маска. Маска лишняя. Как и ожерелье в прошлый раз. Стойте, стойте. Антивидный пульс прощупывает. Срочно реанимацию, Рома. Не понимаю, как врач скорой мог установить смерть? Ладонь опытная, так бывает. Похоже, жертву привезли на чем-то вроде садовой тачки. Угу. Вот две колеи от колес, вот следы от двух упоров. То есть здесь тачку остановили, чтобы выгрузить труп. Угу. Понятно. По голове ударили в другом месте, а сюда перевезли. Ну почему не факт? Возможно, его усыпили, а затем перевезли и уже здесь ударили по голове. Понятно. Профессор почему-то назначил экспертизу крови. Похоже, у нас серия. Рада, что вы тоже заметили сходство почерка преступлений. Зато теперь ясно, что задержанный Кручинин не виноват. У него железный алиби. Ну, тебе точно надо было идти в адвоката. А если у него помощник? Только вопрос, почему они раскидывают тела Останкина? Ну, здесь они явно попали бы под камеру. Камеру на этой аллее кто-то вывел из строя. Мы проверили. По ней кто-то стрелял с пневмата. В 2:15 ночи. Угу. Нужно проверить все камеры до места обнаружения жертвы. Уже сделали, ничего. Он прошел слепыми зонами. Но я же говорю, ну невозможно такую территорию парка обхватить видеонаблюдение. Можно? Мы нашли записи по первой жертве. Она была с парнем. Потом гуляла одна. Потом вышла из зоны наблюдения и больше там не появлялась. То есть преступник вычислил жертву где-то в слепой зоне, так? Ну да, либо следил за ней, пока она не вышла из зоны. А значит, хорошо знал расположение камер. Так, а записи по второй жертве уже успели отсмотреть? Он сначала гулял на ВДНХ один, пил пиво, пытался познакомиться с девушками, но безрезультатно. Потом перешел в парк, все еще один, в 20:52, вышел из зоны охвата камер и больше там не появлялся. Ясно. Нам нужны копии с камер по обеим жертвам. Я уже вам все подготовил. Спасибо. Пожалуйста. За оперативность. Работаем, товарищ капитан. Да уж, работаете. Ладно, поехали. Нас ждут великие дела. Еще раз спасибо, всего доброго. До свидания. Чтобы через час все работало. Угу. Преступник подозрительно хорошо знает расположение камер на территории. Вот именно поэтому я настаиваю на том, чтобы следствие максимально ограничило любые контакты со службой охраны. Это же потенциальное место утечки информации. А начальник охраны, я уверена, что не причастен. Ему не нужны проблемы на собственной территории. Ну, по мне, ты усложняешь. Вот насчет усложнения. Разузнайте, пожалуйста, где преступник мог раздобыть тачку. Я предполагаю, что, возможно, на конюшне. Или еще где. И прочтите территорию еще раз на следы колес. Про тачку как раз хорошо могут знать местные охранники. Но ты запрещаешь с ними общаться. Ну, во-первых, еще не факт, что они бы вам все рассказали.
Мне. Да. А во-вторых, не они одни хорошо знают территорию. Вот, например, этот наш свидетель. Как его фамилия, все время забываю? Хурин Сергей Сергеевич. Имеет свой ЧОП и стоянки за территорией. Да, также говорит, что знает здесь все и вся. Вот его и опросите еще раз. Хорошо. Опрошу. Как там наш Борисов? Пришел в себя? Нет, врачи говорят, что травма головы очень серьезная. И потом в крови обнаружен барбитурат, так что в ближайшие сутки двое он точно в себя не придет. Понятно. Ну все, удачи. Да, на связи. Счастливо. Все живы, никто не может говорить. Одно хорошо, что ты меня уговорила наверх о раскрытии не докладывать. А ты уверена, что это у Кручинина нет сообщников? Можешь его тряхануть как следует. Господи, и вы туда же. Судя по всему, у этого преступника вообще не... Все в порядке с психикой. Такие в группировках не действуют. Это все хорошо в теории. А у нас времени на это вообще нет. А этот урод опять вон в интернет все выложил. Снова пробивали его, спецов подключали. Опять результаты, как в прошлый раз. На, вон, любуйся. Скоро массовая паника начнется. Мне важно понимать, ну что, серия началась? В том, что это серия, я почти уверена. У тебя хоть какая-то зацепка есть? Нет. Простите. Извини за тон. Мне-ка вообще вычислить сложно. Но, Настя, ты же девочка умная. Я тебя прошу, ты постарайся. Леш, привет. А можешь меня на обед пригласить? Ага. Отлично. Договорились. Тогда до встречи. Пока. Сергей Сергеевич, скажите, где здесь можно садовую тачку взять? На ВДНХ, в Ботаническом? Нет, здесь. А, здесь, только на конюшне. Да, и еще у рабочих. У этих что, усадьбу здесь сделали? Да, но от них зимой снега не дождешься. Угу. Понятно. Слушайте, а давайте вместе походим. Так что? Что? На конюшню? Ну, допустим. Ну да, можно. Если тачку там взяли, значит, следы должны остаться. Правильно? Ну, на дорожках навряд ли они останутся. Но можно по кустам полазить. Ну, как вариант. А что это вы на меня так смотрите? А, извините, пожалуйста, на одежду и на обувь. Там все-таки почти лес. Сергей Сергеевич, у меня и одежда, и обувь соответствуют оперу. Но если вас что-то не устраивает, вы можете остаться. Я прекрасно справлюсь сама. Да нет, я понял. Нет уж, я вам посодействую. Тем более, тут всех знаю. Взялся за гуж, значит, пойдемте. Я так рад, что мы с тобой продвигаемся. В смысле, от завтрака мы наконец-то дошли до совместного обеда. Как тебе ресторан? Настя? А? Прости. Прости, у меня вообще никаких идей. А у тебя какие ассоциации со Станкиным, с парком и с усадьбой вообще? Слушай, ты мне вчера рассказывал про эту жемчугову. Мне стало интересно, я покопался в сети. Я такое нашел. Оказывается, крепостные артистки пачками топились в этих прудах. Да, буквально в очередь становились. Да-да. И про старуху, конечно же. Да, которая появлялась перед бедой. Слушай, а еще я вычитал, что в этом парке до сих пор где-то спрятан амулет жемчуговый. В виде звезды. Тот, кто его найдет, станет великим артистом. Тебе не попадал случайно? А, в виде звезды? Ну, не октябрятской звезды. Звезда Руси какая-то. Какая-то? Звезда Руси – это вообще-то древний оберег. Ты действительно думаешь, что такой амулет мог быть у жемчуговой? Ну, кто знает. Все может быть. Но легенда интересная. Тогда идем в парк. Искать звезду. Заодно и прогуляемся. Угу. Вот она. Куда он мог ее откатить? Да куда угодно. Ой, извините. А вам не кажется, что вы ищете иголку в стоге сена? Может быть. Но искать надо. Кстати, у вас не возникало желания уйти со службы?
Просто мне в офис требуется сотрудница вот с таким же прекрасным чувством юмора. Правда, да? Угу. Каждый вечер задумываюсь, а утром опять арбайтом. О! И такая же, вот упорная такая же. Вот я предлагаю обсудить мое предложение сегодня вечером за ужином. Дешевый подкат. Засчитывается. Будет просто деловая беседа без всяких подкатов. Кстати, вы видели у меня в паспорте на 8-й странице штамп о разводе? Подруги у меня тоже нет. Ну, пока нет. Сергей Сергеевич, да? Я категорически против служебных романов. Увы. Тогда у меня другое предложение. Каждый вечер я вас увольняю, а утром снова принимаю на работу. У нас тоже хорошее чувство юмора. И это прекрасный повод, чтобы перейти на ты. Ну, идемте уже. Идемте. Куда, ужинать? Бегу. Да, действительно, существует версия, что колье Жемчуговой спрятано на территории парка. Ну, либо она сама его спрятала. Уже кто-то в это верит. Ты что, в это не веришь? Ну нет, конечно, но кто-то же верит. Это мне? Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Талантливый парень. Угу. Не только клоун, но и волшебник. У меня полтинник из кошелька пропал. Ты что? Опять что-то пролетело в мыслях и исчезло. Сейчас. Да, Людмила, здравствуйте. Уже закончили? Угу. Да, хорошо, скоро буду в отделении. До встречи. Ну, я так понял, мы погуляли. Да, прости. Себя подвести? А, нет, я думаю, здесь пешком быстрее будет. Ну, хорошо, я метнусь тогда на работу и заберу тебя. Посмотрим, я наберу. Пока. Пока. А, Лёш, возьми, пожалуйста. Ты что, даешь мне свое сердце? Не ходить же мне с ним целый день, правильно? И что ты начинаешь вообще? Ладно, понял, заткнулся, ушел. Счастливо. Наш злодей слишком хорошо знает расположение камер наблюдения, поэтому есть предложение проверить сотрудников охраны и даже тех, кто работал год-два назад. Вроде Хурина? Хурина я уже проверила. Кстати, он меня эту мысль подкинул. Шут его знает, а может, он и прав. Шут знает. Поймала. Кого? Никого, а что, я мысль поймала. Когда клоун увидел, у меня как раз мысль пролетела, а потом пропала. Короче, профессор. Короче, проверять надо не охранников, а место, куда преступник придет в следующий раз. Гений, только как мы узнаем, куда он придет в следующий раз? Вот, есть у меня одна теория. Я вам сейчас все объясню. По легенде, на территории парка был спрятан амулет в виде звезды Руси. Первые два тела нашли здесь и здесь. Я предполагаю, что следующее тело преступник принесет либо к Дворцовому пруду, либо к Первому Каменскому. А зачем ему это вообще нужно? Ну, видимо, преступник верит в то, что благодаря этому ритуалу найдет артефакт. Бред какой-то. Бред? Но от вас я еще не слышала ни одного дельного предложения. Правда, слышала, что с вашей компанией будет расторгнут контракт, если не будет результатов. Каридонова, отставить разборки. Слушаюсь. Но оно, конечно, бред. И преступник, похоже, с головой не дружит. Так что в целом я план одобряю. Сделаем две засады. Так давайте обсудим взаимодействие с вашими людьми. А еще один момент. Мы не можем подключать сотрудников службы охраны. Более того, операция должна проводиться под грифом «совершенно секретно». Дело в том, что у нас есть основания предположить, что преступник работает сейчас, либо работал ранее в охране Останкино. Мы просто его спугнем. А может, вы и меня еще подозреваете? Вы скажите, вы не стесняйтесь. Да нет, мы бы сказали. Ну, спасибо. Но я прошу вас все время находиться рядом и никому не звонить. Если все получится, и мы найдем преступника, вы сможете сразу его опознать. Ну, я бы на пару минут вышел.
А то что-то мы тут долго сидим. Да, конечно. Шеф, дверь открой. Спасибо. Ты действительно его не подозреваешь? А вы действительно слышали, что с его фирмой могут расторгнуть контракт? Или это так, до красного словца? Сергей Сергеевич сказал. Это у нас кто? Хурин, король автостоянок. Меня, между прочим, сегодня на ужин пригласили. Ого. А я здесь с тобой время теряю. Ты сама-то в своей теории веришь, профессор? Да мое дело не верить, а проверить. Зануда. Есть движение. Мужчина толкает перед собой тачку. Все проговорили. Берем или ждем, пока остановится? Берем, берем. Работаем, работаем! Спокойно. Жива, но без сознания. Медиков, быстро! О, больно. Следователь Вяземская, представьтесь. О, да у него в рюкзаке целая коллекция. Узнаете? Первый раз вижу. Да? А я вот не первый. Это же наш клоун. Да, грим к лицу. Аккуратнее. Спокойно. Ничего страшного, легкая контузия. Очухается. Задержанного в отдел. Есть. Оставь. Алло, мальчики, а где кинолог? Скоро будет. Ну что, профессор, молодец. Яблочко. Ищи. 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 Собака дальше не идет. Значит, что он пришел отсюда. Тише, тише, хороший. Что там? Подземные коммуникации, но они законсервированы, я им не пользуюсь. Но кто-то ими пользуется, откройте. Отходим. Идем. Что, профессор? Я бы сказала, что нам повезло. Да уж. Если бы ты не настаивала на мистической версии, мы бы долго его ловили. А вот и парик, в котором был наш клоун. Молодец, в точку. В клоунском костюме легко было заманивать людей. Кто же клоуна будет опасаться? Ну, не скажите. После некоторых фильмов клоунов за километр будешь обходить. Ладно, пойдемте, а то не по себе здесь как-то. Фильм успеваешь смотреть. Хорошо тебе. Ну что, Михаил Николаевич, голова не болит? А мы вот тут ваше убежище нашли. А там ваш паспорт. И еще много очень интересных вещей. Должна сказать, я совершенно не сомневаюсь в вашей виновности.
Если хотите, я могу вызвать адвоката. Да как хотите. Я все равно ничего говорить не буду. Я имею право не свидетельствовать против себя. Да, вы совершенно правы. У вас действительно есть такое право. Но послушайте, возможно, у вас есть и смягчающие обстоятельства. День добрый. День добрый, профессор. Ну что? Как успехи? Ну, ты изучай анкету нашего клоуна Пашкевича. С работы прислали. Можешь поинтересоваться. А я себе кофеек сделаю. Представляешь, в кабинете опера сахар стащили. Что опять не так? Что, 22 года. Образование только школа. Учился на одни тройки. Каждый год поступал в театральный, проваливался. В армию не взяли по состоянию здоровья. И что? А то, что я крайне сомневаюсь в том, что человек подобного склада мог бы сам вычислить слепые зоны, камер наблюдения, найти этот подвал и сам решить, какой препарат вкалывать жертву. И потом, откуда у него этот костюм охранника? Ну, костюм охранника можно купить. Ты хочешь сказать о том, что у него был... Был сообщник. Кто-то, кто его вел. Кто-то, у кого, я не знаю, больше опыта. Твой профессор. Психи кучкуются только в психушке. Он тот, кто совершает преступление в одиночку. Да? А почему вы исключаете вероятность того, что кто-то мог его просто использовать? Таких случаев было немало. Не знаю, конечно, дурака можно убедить, поверить в любую чушь, но зачем? Да мало ли, можно же убедить жильцов в том, что в доме живет привидение. Чтобы они все из этого дома съехали, дом снесли, а на его месте потом построили новое элитное здание. Да, только в Останкинском парке вряд ли что-то можно построить. Точно. Точно. Эй, эй, папка! И папку украли. Вы мне спать не даете. Это пытки. Не переживайте, я вас надолго не задержу. Я все равно ничего говорить не буду. Хорошо. Тогда просто слушайте. Вам же наверняка интересно, какую карту должна была олицетворять четвертая жертва. Так вот, эта карта – Верховный Жрец. Она же Владыка Арканов. Ваша первая карта – жертва. Вторая – маг. И третья – императрица. На ней мы вас и поймали. Корона со знаками зодиака, щит со знаком Венеры. Итак, у нас есть цифра 12. 1. И 3. Что в сумме дает 16. Для того, чтобы завершить круг и получить цифру 21, карту корону магов, нам не достает лишь одной карты с цифрой 5. Это и есть наш... Верховный Жрец. Именно ее должна олицетворять четвертая жертва на звезде. Вы в этом ничего не понимаете. Я? Я, возможно, и не понимаю. А вот тот, кто вам все это рассказал, прекрасно понимает. И сможет довести ритуал до конца. Тем более, что вы сами ближайшие лет 15 будете находиться за решеткой. Если выйдете вообще. Так что вас просто использовали. Теперь вы сами жертва. У меня все. Уводите. Стойте. А если я буду говорить? Говорите. Говорите все от самого начала до конца. А мы уже решим, как вам помочь. Вы же понимаете, что вам все равно придется отвечать. Да. И
Инициатор преступления, он же магистр, очень хороший манипулятор. Он был в курсе того, что у Михаила Пашкевича есть навязчивая идея стать знаменитым артистом. Он просто воспользовался этим. Так что мы не знаем ни имени его, ни адреса, ничего. А искать какого-то магистра? Ну, мы знаем о том, что магистр скормил Пашкевичу легенду о том, что в парке Останкино спрятан некий амулет, благодаря которому якобы прославилась актриса Жемчугова. И чтобы найти его, нужно принести 4 жертвы. Это все сказки. Продолжай. Вы знаете, когда чего-то очень сильно хочешь, не в такое поверишь. А магистр на самом деле чего хотел? Не знаю. Поймаем и спросим. Игорь Анатольевич, ну я договорилась уже с начальником службы безопасности Останкинского парка. Они пустят слух о том, что найдено 3-е тело, убийца не пойман. Мы найдем замену Пашкевичу, изобразим 4-е жертвоприношение, ну и тогда магистр проявится. А с чего вы уверены, что он проявится? Магистр в курсе, что никакого амулета не существует. И как только до него дойдет слух о 4-й жертве, Пашкевич автоматически станет для него опасным свидетелем. И тот попытается его устранить. Ну-ну. Так от меня что надо? Ну, не давать в прессу информацию о том, что задержан Пашкевич. Если что-то просочится, опровергать. И люди, конечно. Игорь Анатольевич. Звал? Заходи, садись. Мне звонили из ФСБ по поводу антикваров. За Плюшковым потянулась ниточка. Настя была права. А я всегда говорил, Вяземский у нас молодец. Ага, говорил он. Говорил. Так что ФСБшники? Что ФСБшники? Взяли почти всю верхушку банды. Так быстро? Ну, что-то у них там какие-то свои разборки начались, в общем. Все не так просто. Так, может, пора Анастасию привлечь? Да не надо никуда Анастасию привлекать. Вот когда всех шестерок повяжут, тогда ее позовем, поздравим, дадим орден. Сейчас все, вроде немножко успокоилось, какой-то там у нее поклонник появился. Поклонник? Поклонник – это хорошо. А что не так? Замуж выскочит, только мы ее видели. Ага. Жаль, хороший сотрудник. Выскочит она. Выскочит, если она выскочит. Я тебе такую поляну накрою. Договорились. Угу. Я пошел? Давай. Сахар возвращается на свое законное место. Маринов подлец со второго этажа стащил. Да, я просто решила, что я в костюме клоуна буду намного больше похожа на Пашкевича, чем ваши операмбалы. И мой начальник уже сообщил мне, что ваш начальник категорически против нашей идеи. А это не наша идея, это твоя идея. И ты знаешь, я сильно против твоего участия в операции. Да? Да. Вот так. Значит так, подходишь к ней, идете в подвал. Димка самый мелкий из наших, тебе легче будет его тащить. Да помню я все. Вы уже 100 раз проговорили. Рацию проверила? Вы уже спрашивали. Да, я уже спрашивала. Да нормально все будет. М? Господи, ты муж. Авантюра, как я дала себя уговорить? Иди уже, пока не передумала. Ничего не мелкий. Я расставлю своих людей здесь, здесь и вот здесь. От этих 3 точек можно быстро добежать до этого пророда. Вы опять меня не поняли. Ваши люди не должны знать, где появится наш клон. Для них преступник еще не пойман. Вы максимально распределяете их по территории парка, а мои контролируют рабочую точку. То есть получается, что мои люди будут из себя изображать мебель? Здорово.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Слушай, а тебя не учили стучаться, а? И вообще, Серег, давай, нам тут не до тебя. Подожди, подожди. Выслушай, вы тоже можете выслушать. Я, конечно, извиняюсь, это не мое дело. Не, это не твое, конечно. Ну да, да, но все-таки может быть и мое. Ходят слухи, что ваш маньяк до сих пор гуляет. Поэтому могу в усиление выделить своих людей. Так, все, ладно, Серег, мы сами с усами. Давай, давай, выходи. Сколько у вас людей, Сергей Сергеевич? Можете рассчитывать человек на 5. А вы щедры. Хорошо, 10. 50. Нет, ну если постараться, можно и 50. Мне кажется, Петр Семенович, что это хорошее предложение. А людей Сергея Сергеевича можно расставить, не знаю, по периметру, допустим. Да. Извини. И меня не забудьте. Я к вам обязательно присоединюсь. Здрасте. Я тут раньше клоуна видел. Не знаете, куда он мог деться? Он туда, к пруду пошел. А, спасибо. Отправляю к себе, Дима, встречай. Угу. Эй, эй, парень, просьба есть. Настя, а ты что здесь делаешь в таком виде? Так, пойдем. Здрасте. Сюда. Ты нам мешаешь. А может, ты мешаешь? Шел мимо, так иди. Так, оба успокоились. Дмитрий, идите, пожалуйста, обратно к Людмиле. Это приказ. А ты иди со мной и улыбайся. Ты что творишь, Настя? Ты куда пошла? Увидимся в бункере. Отбой. В каком еще бункере? Это не тебе. Зачем пришел? У меня шарик лопнул. Какой еще шарик? Нам с тобой клоун. Сердечко подарила, оно лопнуло. Хотел попросить еще. Вот так символично. Да, символично, что оно лопнуло. В каком смысле? В смысле, что этот клоун, он маньяк. Улыбайся. Иди за мной и улыбайся. И что ты творишь? Ты этого сюда зачем притащил? Не виновата я. Он сам пришел. Простите, я не знал, я случайно здесь оказался. Ты понимаешь, что за тобой могут следить, что этот урод пасет Пашкевича? Именно поэтому я его сюда и привела. Потому что Дима хотя бы приказом подчиняется, а этот... Ему пока объяснишь? Вообще-то этот стоит тут и все слышит. Прости. А за вами, кстати, не следили? Я бы заметила. Темноты дожидаемся, меняем его на Диму. Хорошо. Никто никого менять не будет. Я теперь Настю никуда не отпущу. Леш. Это не обсуждается. Понятно? Значит так, для тебя важна работа, а для меня важна ты. Понятно, не отступит. В армии служил? Морской котик. Ну, котик сгодится. Серьезно? Мяу. Он должен себя проявить. Я не поняла, мне ждать, пока он тебя грохнет? Включите запись. И ждите моей команды. Встань, ученик. Почему ты в маске? Видеокамера? Ты молодец. Остался последний шаг, о котором я тебе не говорил. Возьми нож.
возьми нож. А теперь ударь меня ножом. Не бойся. Ударь, я тебе потом все объясню. Это я вам сейчас все объясню. Вы хотите, чтобы на камерах было видно, как Пашкевич набросился на вас? А вы смогли бы спокойно его убить? Тварь! Держи его! Давай! Не трогай меня! Ты убил ее! Успокойся, успокойся! Все хорошо, она жива! Все! Все! Белов Тимофеев свободны! Жива? Ну что, Сергей Сергеевич, а? Неприятная неожиданность. Позвольте полюбопытствовать, зачем вам все это нужно было? Из-за контракта. Он надеялся, что будет большой скандал. И что охрану на ВДНХ поменяют, а подряд отдадут ему. Но если не смогли обеспечить охрану даже такому маленькому парку, что уж говорить о всей выставке? И плевать вам было на то, что люди могут погибнуть, м? Я не говорил ему их убивать. Я сказал, чтобы он ввел препарат. Ну, а кто знал, что у девочки окажется астма? Ну, а этот второй в последний момент очухался. Ну, вот он и дал ему по башке. Очень же хорошо, что все живы. Не смешно. А ты почему мне ничего не сказала, когда поняла, что это он? Я не была уверена. Ну и вас не хотела расстраивать. Понятно. Подождите. Почему Пашкевич? Моя дочка тоже поступала на актерский. Ну и там я его заметил. Он же отмороженный на голову. Ну а там дело техники. Еще неизвестно, кто больше здесь отмороженный. Уводите. Ниже голову! А можно я вам напишу? Вперед! Ты как? Отлично. Вижу. Ну что, Леш, забирай ее отсюда и не спускай с нее глаз. Да, будет сделано. Давай, профессор. Спасибо за хорошую работу. И вам спасибо. Опер, Люся. Счастливо. Счастливо. Настя, я за тебя очень испугался. Thank you.
же ничего не ела. Хочешь, тебе завтрак привезу? Да нет, спасибо. Я не голодна. Я хочу поскорее все это с себя снять. В смысле, чтобы лечь спать. Я же две ночи не спала. Да. Да. А еще я хочу, чтобы ты меня на ужин пригласил. Ну, наконец-то. Хорошо. Я тогда пойду. Иди. Ну, то есть я пошел? Ну да, иди, иди. Все, я уезжаю. Да езжай уже, все. Пока.